Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Марко Бенефиал. Итальянский неоклассический художник, в основном работающий в Риме. Бенефиал наиболее известен своим отказом от декоративного искусства 18 века. Наряду с алтарями и фресками он также написал множество портретов. Я пользуюсь переводной Википедией. Родился в Риме в 1684 году. Там же и умер в 1764. Когда в возрасте 19 лет одна из его картин, алтарный образ с изображением апофеоза Сан-Филиппо Нери, была отклонена для выставки в ежегодном пантеоне Шоу в 1703 году, Бенефиал пришел в ярость и выставил этот образ в витрине аптеки к большому переполу. В 1720 он протестовал против Академии Луки, против указа о том, что обучать рисованию могут только члены или те, кто получил одобрение гильдии художников. Указ также требовал от студентов вносить в Академию плат. Его обращение к советам папе Клименту XI удалось добиться отмены постановлений. После того, как Бенефиал был окончательно избран в Академию Сан-Лука в возрасте 57 лет, он вскоре осудил посредственность и невежество ее членов и был исключен много лет спустя, в 1755 году. Писал для церквей Санта Мария Али Формачи, Санта Джованни э Паоло в Риме, Санта Мария ин Ракаэле по заказу кардинала Пьетро Марчелло Каррадини для базилики святого Иоанна Латеранского. Часто сотрудничал в создании картин с Филиппо Евангелиста. Его первоначальное обучение в Риме проходило под руководством Бонавентуры Ламберта, ученика Карло Чиньяни, и он помогал в росписи часовни, причастие в базилике святого Петра и в монастыре кармелиток Сан-Альберт. Его помнят за то, что он призывал вернуться к классическим основам итальянской живописи, примером чего является Рафаэль дель Сарто и Караччи. Среди его учеников были Антон Рафаэль, Менкс, Антонио Леоцци, Джованни Батиста Панфреди и английский художник-портретист Джон Паркер. Вот так из переводной Википедии немного о Марко Бенефиале, итальянский неоклассический художник, в основном работал в Риме, который наиболее известен своим отказом от декоративного искусства 18 века. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.